Всем привет, дорогие друзья, черти, дьяволицы, жадные, алчные твари. Мы продолжаем проходить Инферно Молога Бала. Мы находимся по-прежнему в чертовом кругу алчности. И тут меня не любят. Надо поспать. Так поспи, ебать. Нормально. У меня тут вообще что-то как-то... Не любят. Каждый удар забирает у меня деньги. Это просто ад. Ад для скупердяя. Хорошо, что они лучники. А то будь они все мечниками, я бы уже давно обанкротился. Не нервничай. Давайте я просто сохранюсь, потому что, ну, если тут можно безнаказанно тырить деньги, вы хотите пожертвовать 300 монет, чтобы получить исцеление? Нет, спасибо. Я думал, можно забрать, типа, денежку. Он еще и попал, ну, мразь. Ой. Держись! Прости! Я не думал тебя бросать, я не знал, что там такая мразь на тебя напала. Так, пойдем. Не материтесь! Цела? Душеед. Какие вы стрёмные твари. Оу. Лестница — это хорошо. Ладно. Кровь кишки мне нравится. Уровень сложности, да, чтобы у вас не возникало никаких претензий. Легенда. Легендарный уровень сложности, поэтому, ну, я тут ни при чем. Просто я всех караю. Вот и все. Здорово, пацаны. Я так и думал. Я так и думал. Отворяй калитку. Круг алчности. Внутренний двор. Spooky little shit. Атаки у них как у маленьких этих. Господи, забыл. Ликантропов. Yeah!
Это ж... Оно ж будет со мной драться, верно? Золотой Сприган. Или это не Сприган даже? Золотой Сприган. Вы хотите пожертвовать 1000 золотых монет великому... Да, конечно. Держи. Я так и думал. Выпусти меня, сука! Это неправильный. Вот, вот этот правильный, вроде бы как. Мочи его! Да блять! Хватит меня контролить. Где, кстати, у меня есть что-то на исцеление? Ну давай. Сойдет. Мне достаточно будет и в Акидзасе. Выпусти меня. Да ты посмотри, она, сука, просто берет меня и контролит. Все? Попустила? Вроде как да. Твою мать. Это еще не все коники. Ой. Ты ж не упади, дурак. Сейф. Чё появилось? А, обратный путь. Ладно, пойдем. Ой, да твою мать. Понятно. Короче, ясно. Так, давай. Загружай. Атаки в спринте не юзать. Отмечено. Сейф. В следующий раз брать с собой дальнобойное оружие. Отмечено. Тысяч. Ну пока живем. Где они? Ой! Они на крыше, судя по всему. Сука, что тут происходит вообще? Непонятно. Не поджимай меня, мразь. Так, сейф. Все напряженней и напряженней.
Тайминги. Ой, да ебать, твою мать, вы еще поскидайте меня, маленькие уебки. Сука, зерлинги. А что я буду им делать? Что я им не буду делать? По маленькой веревочке пройди, пожалуйста. Охуенно. Ты думаешь, я ссу? Я не ссу. Ого. Это чё такое? Пойдем. Time for you to... Вы посмотрите, сколько забавных монстров. Сколько мелочных тварей. В прямом смысле. Это уже мертво. А, это зерги. Точно, это же зерги. Это не особо, но вот он маленькая мразь, это точно зерг. Не надо меня исцелять, я могуч. И без этого дерьма. Так. Еще и за 300 копеек. Охереть. Да хорош уже. Понятно. Опять зерлинги. Когда эта башня закончится? А это маленькие, как их? Сука, я забыл. Я забыл, как эту мразь называют. Она первый раз появилась в этом. Дай боже памяти, а? Драгонборн. Скрытень. Вроде Скрытень его звали. Да похуй. Такая огромная была тварь, сейчас она большая. Ну это ж херня, она будет пропадать, да? Ну это... Ого! Раз, два, три. Понятно, две платформы надо пропрыгать за это время. Я успел. Хорошо. Понятно. Я ж сохранился еще ж перед этим. Давай еще раз. Ой, а что ты делаешь, дебилоид? Так, могу и не успеть, кстати. Я так и думал, да. Я уже когда прыгнул, понял, что могу не успеть. Надо прям вот сейчас вот хлоп, вот тут достаем эту беду. А он силен. Сейф. Вот. Тут ты спавнишься, я тебя убиваю. Тут ты спавнишься, непонятная маленькая мразь. Сейф. Хорошо. Yeah.
копьем. Вот эта тупая тварь, она орудует копьем. Прикольно. А некоторые из них... Ох ты, ё-моё, опять прыгательные упражнения. Обожаю это дерьмо. Через одну. Это несложно. Сейф. Ты мне за это ответишь. Молокбал, ты мне за все заплатишь. До последней копеечки. Что это было? Она не должна была так пропасть резко. Че, ты обиделся, что ли? Далековато я сохранился. Сейф. Да ты чё издеваешься? Это не так работает. У них разное время спауна, это меня... вообще никак не радует. Пошёл нахер, пёс. Ну вот видите, вот... сука. Ненавижу такие подъебоны. Давайте подождем. Заткнись. И пихкай там. Вот я, допустим, оп. Оп. Да я успеваю по всем вроде бы. Я ненавижу это место. Я его уже ненавижу. Сука, тут нет логики. Где логика, тварь? Вот. Да, бомбит. Ну давай. Я так понял, там надо сразу прыгать, то есть. С одного касания, да? С одного прыжка. Вот я типа прыгаю раз, и оно пропадает прямо под моими ногами. Заебись. Оно тупо не пропрыгивается. Я не знаю, как это исправить. Я уверен, что я криком я перелечу. Стремительный рывок. Где он, сука? Сейв. Вот. Я так и думал. Там даже первое слово оно уже выносит, черт знает куда. Ладно, дорогие друзья, я поступлю вот так вот. Потому что я тупо не знаю, как пропрыгнуть это сраное место. Я не знаю, как это сделать. А тут вообще вакханалия начинается.
средняя пропадает, нет? Нет, не пропадает. Да не подпирайте меня. Сейв. Не серьезно. Надо было ждать. Не, ну вы видели, я старался, не понимать. Чё там за хуйня? Сиди, блять, и не рыпайся. Ой, да блин, ну да было же, ну. Ну было же. Да сука, загрузить. Не, давай по-нормальному, давай. Вот ты пропала. Нет. Пропала. Появилась. Хорошо. Пропала. Появилась. Пропала. Да похуй. Это еще что за вакханалия? Они все против нас, я так понял. Тут как раз этот коин, ну то есть коин, блять, монетка, монетка. Давайте всех пиратов просто убьем. Я с радостью убью тебя своими руками. Да отсосешь. Теперь тебя никто не спасет. Я хочу твою шляпу, сука. Имперский солдат. Вот она, монета. Еще одно подлючее измерение. Подлючее измерение. Великолепно. Пойдем. Пойдем просто дальше. Да ебать. Открывай уже калитку. Чё за херня? Бей уже. О. Еще что-то там. Морозится. Боже, как же, какие же вы отвратительные. Это
пока какой-то чисто боевой такой. Но тот тоже был поначалу боевым, а получилось вот, что получилось, короче. Опять эти злоебучие прыгательные упражнения были. Вот тут зерлинги пришли. Это реально зерлинги? Собачки, реально. А, блин. А? Отвали. Я там... Проход вроде видел. Оказалось. А чё ж у вас так много-то? Safe. Ты прикольный этот самый спутник, ты мне нравишься. Пойдем. Опять анимация поломалась? А не, норм. Хорошо. Отворяй калитку. Вход в святилище. Ты где, детка? Ладно, это не важно. Она все равно пойдет за нами. Она проводник, она бессмертна. О, блядь. Добро пожаловать в святилище, да? Ну что ж. Мне придется бороться с этим, да? Я даже не знаю, что мне поставить. А, боже мой, что я делаю вообще? Прекрати. Прекрати нервничать. Нет, это мне не поможет. Драконобой, та же херня. Безжалостная сила. Вот боевой дух. Средоточие мужества. Мой выбор. И, наверное, я, пожалуй, возьму бритву Мирунаса. Если меня контролить эта мразь не будет, тогда мы с ним быстро разберемся. Так, сейф. Великий золотой паук. 2500. Держи. Я так и думал. Где ты? Есть. Все, разобрались. Круг алчности. Так я ж тут был уже. Я ж пришел ведь оттуда, верно? Да, я пришел отсюда, а там что было? Круг алчности нужен ключ. Судя по всему, ключа у меня нету. Но я пришел по-любому отсюда. Да, вот это место, я тут стоял. Ладно, пойдем, пойдем. А что тут в коконах-то? Ничего. Кто тебя там насилует? Не, нормально все. Надеюсь. Ебать.
обеспечение себе все-таки поставлю, да? А то оно какое-то адское. У меня, конечно, там резист от всего этого дерьма, но... Но, судя по всему, резиста моего не хватает для легендарного уровня сложности. Он большой. Был. Хотя мне это так почти не берет, считай. Если что, я смогу отхилиться, так что все нормально. Свежеватель душ. И окропится броня пожирателя душ. Ладно, пойдем. А то я уже чувствую, сейчас свои квесты начну писать. И свои рассказы. Кто заспавнился? Блять. Вы не серьезно. Дороги. Я победил всех. Я могуч. Блять. Короче, я ему фуфл порезал, и он умер. Оу, это не все. Пойдем дальше. Че, даже стражи не поставили? Круг алчности, центральный зал. Опять. Какие-то вы стрёмные. Пойдем направо. Мне кажется, это правильно. Сука. Не, мне нравится, конечно, как они переделали реклингов. Блин, я думал, я сейчас в призрака превратился. Хорошо. Неправильно.
знаю, что я с ним сделал, но это было наверняка ужасно. Пойдем. Это чё такое? Смотри, какое оно страшное. Они толкаются? Ладно, давайте пробежимся. Все равно заберу монетку. Сука, хватит тырить мои деньги. Куда оно делось? Будем считать, оно умерло. Сейф. Что тут происходит? Would you like some gold? Нет, спасибо. Wrong answer. И что ты сделаешь? Что ты сделаешь? Wrong answer. Я не останусь тут с вами. Ни за что. Не, ну вы серьезно? А может я все... таки... Блядь. Нет, я не вернусь там. Ясно, понятно. Спасибо за четкий ответ. Сука, что мне с ним делать? Он боевой дух у меня есть. Хер ли он мне поможет, если эта тварь начнет летать? Так, ладно. Драконобой. Для начала. Во-вторых, бритва. В-третьих, мне бы не помешал какой-то из резистов сейчас. Я не помню, чем он там долбит. По-моему, огнем. Но благо, чем лечиться у меня есть. Уязвимость к огненному урону могу намазать. Но у меня нету магии. Противоядие, это, конечно, хорошо. Шестьдесят пять единиц урона, это даже не смешно. Цель парализуется на 23 секунды. Давай, на дейдрический вакидзасе. И что еще, и что еще? Блять. Пробафаться бы чем бы. То таким. Да, я думаю, плащом молний. Так, сейф. Смотрим, сколько у меня денег. Бафаемся, берем бритву. Да так, на всякий случай, да? Да, 5000 золотых, да ради бога.
ну. Магия, 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 где? Мне нужно моментальное лечение просто. Причем лучше я даже выхилю сейчас за счет зелья лечения. Возьму в руки Вакидзаси. А, ну померло. Твою мать! Какое же оно мощное-то, а? Какая же там мразь была мощная. Я просто подлечился, потому что думал, что там черт знает что. Там же мобов еще целую кучу он наспавнил. Так. Порочный круг жадности. Вся беда в том, что у меня осталось 900 монет. То есть, когда у меня не будет монет, у меня не будет чем их поднимать. Тогда придется, я чувствую, пользоваться консолью. Никак иначе. Ёб твою.